Привет, меня зовут Алексеев Кирилл. Я очень похож на свою маму, чем, что я добрый и веселый. Я хочу поздравить всех девочек, мам и бабушек с 8 марта. Я хочу рассказать для своей мамы стихотворение. Вот так бывает, собака облает, шиповник уходит, крапиву ужалит, а ночью приснится огромная яма. Провалишься, выкрикнешь «мама», и мама появится рядом со мной. А то, что пугало, пройдет стороной. Она улыбнется еще за занозы, царапины, ссадины, горькие слезы. Какое везение, подумаю я, ты самая лучшая мама моя.